Всем привет, с вами Темный Ниндзя. Продолжаем играть в Лонгрисер Мобайл. И у нас идет продолжение третьей главы Разрыва времен. Третья глава, третий акт. Возрождение Альхазарда. Так. Победить за 7 раундов. Лестер выжил, Джессика выжил. Поехали. Девушка и темный жезл здесь. Все готово. Немедленно начните ритуал воскрешения. Ты странный человек. Твой император уже мертв. Я люблю служить людям с огромной силой. Вот и все. Какой беспринципный человек. Просыпайся, Альхазард, проснись. Альхазард! Пиу, пиу, пиу. Чего еще ожидать от наставника? Вы уже здесь? Тебе следует знать, что освобождение Альхазарда чревато опасностями. Почему ты по-прежнему служишь темным силам? Я действую по прихоти. Великая сила не зло. Только властитель такой силы становится добром или зло. А первый шаг — заполучить силу. А, посмотрите на алтарь. А? Лиана и темная принцесса Лана? Я боюсь, это Дева Света и Темная Принцесса. Альхазард был запечатан Девой Света. Чтобы снять печать, им тоже нужна ее сила. Теперь все становится ясно. Так, катализаторы — это Лиана и Лана. Теперь понятно, почему здесь Дева Света, но почему Темная Принцесса тоже здесь? Боюсь, что после снятия печати ее задача дать силу темному мечу. О, если не поспешить, церемония скоро завершится. Все, перед тем, как будет снята печать, надо побороть Бозеля. Сразить всех врагов. Конь, катапульта, катапульта, конь. Эгберт. Два коня, две катапульты. Так, предмет у нас вот трещина в плитке. Так, ладно. У нас задача сразить всех врагов. Как нам это осуществить? Сделаем так. Возьмем копейщиков. Так, здесь нет у нас демонов. Сильно толку от... А, погодите, Бозель. Нет, Бозель маг. Только отряды демоны. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Так, сюда мы возьмем. Тогда мы возьмем так. Мы возьмем танка. Не, не так. Танка мы возьмем сюда. А сюда тогда возьмем. А давайте, давайте, давайте. А почему бы нет? Крис, она и под хилу, и атака магическая неплохая. Давай, так оставим. Значит, этой компашкой мы сейчас идем. Убиваем вот этих и забираем эту
кучу. Этой компашкой мы пытаемся убить этого. Этих двух и этого забрать. Потом объединяемся. Ну вот, типа такого плана у нас. Да, и кто-то должен будет еще сбегать за предметкой. Это, скорее всего, будет кто-то. Тигарис, наверное. Там подумаем. И все идет по плану. Печатаем Эгберт в стеночку. Секундочку. Так, продолжаем. Mm-hmm.
Бозель, ты не сможешь сбежать. Слишком поздно. Темная сила спящего Альхазарда. Сними печать силы света и возроди свою силу. О нет, печать. Ха-ха. Мой клинок тьмы. Альхазард. Как я и ожидал, Бозель значительно ослаб из-за церемонии. Что ты имеешь в виду, Эгберт? Кто знает, пришло время, создатель времени и пространства, открой врата времени и земли, одолжи мне свои силы. Хорошо сделано, Эгберт. Ты еще жив? Ты не заметил, что это был всего лишь фантом. Бозы, ты хотел меня использовать? Оказалось, что использовали тебя. Я должен был догадаться, ваша империя просто так не подчинится мне. Ты изначально планировал предать меня. Какая интересная компания людишек. Но вы забываете, что у меня освобожденный Альхазар. Сможете ли вы меня одолеть? Я знаю, что ты очень ослаб после церемонии. Его Величество еще жив. Больше нет нужды слушать приказов этих монстров. Убей Бозеля и его приспешников. Идиоты! Мои слуги, научите этих людишек манерам! Ты проиграл, Бозель. Сила этого тела уже исчерпана. Я одолжу тебе этот меч. Используй этот шанс и используй его, как считаешь нужным. Ох, это Альхазард. Он наконец у меня. Что за чертовщина? Какие-то разборки у врага? Эгберт притворился, что был использован Бозелем, но на самом деле сам его использовал. Он послал Берхарта за Альхазардом, когда тот возродился. Бозель был ослаблен после церемонии. У нас есть шанс побороть его. Отличный план. Это пустяки. Ты следующий. Я не позволю, чтобы ты выбрался отсюда живым. Отведите меня к Берхарду. Я перемещу его в другой мир, используя силу телепорта. Зачем тебе это делать? Даже если это ради свержения Бозеля, использование темной магии слишком опасно. Ты тоже будешь поглощен тьмой. Ты не понимаешь, что закончишь так же, как Бозель? Уморительно. Я могу управлять Альхазардом. Я истинный обладатель Альхазарда. Альхазард скоро воскреснет, учитель. Следи за воскрешением оттуда. Ты же знаешь, как опасно возрождать Альхазард. Останови пробуждение тьмы. Почему ты хочешь им помочь? Я отбросил все эмоции. Если я достигну этой цели, значит, это хороший план. Вай-вай-вай, чтварица.
как лес. Мо. こっちだよ。はいはいはい。もう一回行きましょうか。戦いはまだ終わっていない。油断す。行くぞ。どうかしましたか？え？もう私の番？聞いてきた。まあ。すみません。行くよ。暗黒を出しなさい。よろしく。戦いはまだ終わっていない。油断するな。行くぞ。まあ、こっちだよ。Я почти в цели. Мина, мотто гамбаре! Икса! Дока шимаштака? Котчи да йо! Котчи да йо!И что же у нас в полу? Молоток. Анкоку, удаши на сай. Сассату киеру. Фкино. Атакай ва мада оватте инай. Юдан сэрда. Икку ё.行くぞ。行くよ。小手先の技なんですけどね。みんな、もっと頑張っ。行くぞ。そこだ。みんな、もっと頑張れ。Что-то не так. Отправим Берхарта в другой мир. Создатель времени и пространства. Открой врата времени и земли. Одолжи мне свои силы. Что случилось? Джессика использовала свою магию, чтобы изгнать Берхарта в другой мир. Мощная магия в ее теле служит катализатором.Если это так, тогда мы убрали Берхарта? Что-то не так. Альхазард ярко засветился, а потом они оба исчезли. Орекай! Это
Да, похоже, задачу с выживанием Лестера я выполнил. Вот. Ее мы потом сделаем. Что случилось со мной? Бозель теряет над ней контроль. Сестра, Лана? Лиана? Ты действительно Лиана? Лана, я думал, что больше тебя не увижу. Почему я здесь? Ты была одержима Бозелем. Бозель? Да, меня схватил Темный Принц и разлучил с Лианой. Что? Что с Альхазардом? Берхард забрал его, но мы не знаем, где он сейчас. Все хорошо. Нужно только исследовать колебания от Альхазарда, чтобы определить их местоположение. О, Берхард, Вельзерия. Я чувствую, оттуда исходят темные колебания. Сейчас же идем в Вельзерию. Нам надо снять печать с Лангрисера. Только Лангрисер может победить Альхазард. Сила Лангрисера еще не полностью восстановилась. Но для того, чтобы снять печать, нам нужен Святой Жезл из руин Алуола. Я могу помочь. Хотя мной манипулировали, но я причинила боль многим людям. Разреши мне сделать что-то, чтобы искупить мою вину. Эльвин, я не могу больше сражаться на поле боя. Возьми с собой Лану. Моя ноша перейдет ей, и я смогу вернуться в деревню. Всем спасибо. Что ж, на сегодня это все. Надеюсь, видео было вам полезным. С вами был Темный Ниндзя. До новых встреч. Пока-пока.